Ну, национализм становится мировым трендом, да, и во Франции победы националистов, и правый сектор на Украине. Мировым трендом это становится только по той причине, потому что людям больше заняться нечем. Как вот это знаете, национализм — это последнее пристанище негодяя, можно так выразиться, потому что уже делить человека на нации, на национальности — это самое последнее дело. И естественно, когда люди обратят внимание, и им будет понятно, что этого не надо делать, все устаканится. За национализмом нет будущего. Наш, тем более русский националист, так вообще это просто детский сад.